Привет всем! Сегодня мы будем обозревать Best Fiends. Это довольно-таки популярная игра, но я в нее не играла. Как-то, не знаю, мне не довелось, вот решила ее потестить, пообозревать. Вот, хочу посмотреть, что она себя представляет. Вот, сейчас мы ее, значит, запускаем. Смотрим, как долго она запускается, долго ли ждать или нет. Ну, довольно-таки, я смотрю, она много кушает. Ждем-с. Вот, запустили. Я, насколько знаю, не очень много установок. Она очень такая часто скачиваемая. Так, запустили. Угу. Вот, запустилась игра. Нужно собрать нам зеленые блоки с листьями. Проводим по ним. Угу. Пробуем. И убирается этот целый ряд. Теперь мы собираем еще листики. Листики отлично. Ну, это самый легкий уровень. Ну, довольно-таки стандартная игра по собиранию цепочкой. То есть я так уже, в принципе, поняла. Сейчас посмотрим, что много заставочек тут для начала. Вот второй уровень. Первый такой более обучающий. Так, собираем вторую цепочку. Или на втором уровне остальные цепочки. Значит, сверху нам показаны цели, сколько собрать, какого вида фрукта, продукта. Или вот грибочки, капельки, ингредиент какой нужен. Вот, закончили мы второй уровень. Собрали кристаллик. Можно поделиться. Опять заставки у нас тут. Вот. Следующий уровень у нас. Также можно присоединиться к Фейсбуку. Вот эти все настройки, языки, звук, музычку, все, что можно включить. Ну, по стандарту, как мы видим. Гроза слизней. Класс название. Итак, собираем цели следующие. Будем собирать, значит, цепи и будем бить слизней. Над слизнями сверху показаны уровень их жизни. Чем больше цепочка мы собираем, тем быстрее убиваем. Вот уже одного убили. Убиваем слизня. Ну, что сказать. Ну, это, наверное, такая больше детская игра. Как по мне. Может быть, я, наверное, ожидала от нее просто какой-то... чего-то большего, мне так кажется. Поэтому у меня даже какое-то разочарование есть немножко. Как-то все и просто, и по-детски. Ну, чудики оригинальные, конечно, игрушка. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь бесплатным набором новичка, стоящим 379 рублей. Как-то вот тут... А, это что нам подарили? Набор бесплатный, который стоит 379 рублей. Понятно. Ну, заскриним это. Поехали дальше. Вот наши призы. Отлично. Поехали дальше спасать миниатюру какую-то. И нужно опять 3 слизня убить и 20 листочков собрать. Ну, честно, такое. Наверное, просто я ожидала большего. И поэтому, наверное, у меня такое к ней немножко разочарование. А так, хорошая игрулина, неплохая. Простенькая, приятная, яркая. Вот. Слизни прикольные. Зверушки интересные, такие своеобразные. Ну, наверное, просто, ну не знаю, я люблю три в ряд обычно, но вот такие вот цепочки не особо.
Вот. Три в ряд игры. Просто я играю в Candy Crush, который просто уже много лет. Уже там на почти 2000 с чем-то уровней прошла. Вот. Поэтому, возможно, здесь, когда будешь на 2000 уровне, тоже будет довольно-таки интересно. Вот. Ну, так, в общем, вы посмотрели, как это выглядит, принцип игры. Я думаю, вы можете принять для себя решение, скачивать вам или нет. Вот. Я думаю, попробовать стоит, если вам нравится такой жанр. Вот. Он довольно-таки тоже затягивающий. Поэтому решайте сами. Всем пока. Удачи вам. Хорошего дня.